собираюсь, води потанцевать, надеваешь неблядный. И галстук шнурок, я забираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Я люблю буги-буги, я люблю буги-буги, я люблю буги-буги. Да не так, сегодня я одинок. И вот я совершаю телефонный звонок. Я звоню тебе, я говорю тебе привет. Мы не виделись с тобой 100 000 лет. И если тебе нечем, нечем цель, ты почему бы нам с тобой не пойти потанцевать? Ты любишь буги-буги. Мерцают они, танцуем мы, и танцуют они. И если ты устал, то присядь, но не долго. Сидели на скамейке, браво, нет, ты долго. Новую пластинку ставить, чижоке. Я приглашаю тебя, вы танцевали. Hey, hey! Мы любим буги-буги. Мы любим буги-буги. Yeah! Мы любим буги-буги. Мы любим буги-буги. Мы любим буги-буги. Мы танцуем буги-буги каждый день. Уважаемые зрители этого центра! Человек-легенда, сценарист старой формации, как он называет себя сам. И при этом один из создателей самых ярких и самых обсуждаемых фильмов последних лет. У нас в гостях автор сценария к фильму «Стиляги» Юрий Коротков. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Вот расскажите нам, что такое слово «стиляги» вообще? Что это за понятие? Расшифруйте. Сами они называли себя не стилягами, а штатниками, как вы уже сказали. Стиляги – это слово придумал журнал «Крокодил», юмористический коммунистический журнал, чтобы их опозорить. И сыграл им на руку, потому что под словом «стиляги» они дошли до сегодняшних времен. Вот самое удивительное, что стиляги появились еще во времена Сталина, представляете? Еще существовало это страшные времена, когда люди боялись не то что говорить, а думать. И вдруг появились вот эти пестрые люди с коками, в дудочках, которые выходили из дома и шли по улице, по которым перла одноцветная толпа в синих китайских костюмах. А вот места, конкретные места в Москве, где собирались стиляги? Те, у кого были носки в синюю полоску, они сидели на площади Пушкина. А те, у кого были оранжевые, что ли, носки, я не помню, они сидели туда ближе к Большому театру. Почему-то было такое разделение, это были разные команды. Вот. Надо сказать, что задача любого, в фильме, по-моему, это есть, задача любого стиляги была попасть на Бродвей, то есть на участок Тверской улицы от площади Пушкина до Центрального телеграфа, потому что на этом пятачке стиляг не трогали. Там каждый второй был КГБшник. Это было их место. Их там пасли. И удобнее всегда держать инакомыслящих в одном месте. Поэтому их там не трогали, а вот добраться до туда... Вот герой мой, которого сыграл Антон Шагин, Мелс, в «Стилягах», стиляги поражаются, что он приехал в стиляжной одежде, потому что это надо было выдержать страшные испытания, косые взгляды, я не лягу под стилягу, так сказать, плевки в спину и так далее, и так далее.
судьба стиляг, в общем, была трагична многих. Некоторые из них замечательно дожили до наших дней. Ну, известно, что Юлиан Семенов был наш детективчик с стилягой. Морягин, народный артист, режиссер замечательный, был стилягой. Генерал милиции Хруцкий был записным стилягой. Генерал милиции. Он потом стал генералом, наверное. Сначала естественно, с стилягой, вырос в генерала. Он нормально. Познакомился, будучи стилягой, он познакомился стиляга. Близко с милицией и потом сам стал генералом. Вот. А многие люди так и сгинули в местах не столь отдаленных, просто за то, что они надевали другую одежду и делали себе другие прически. Хотели быть не такими, как хотели быть не в толпе. А сейчас хочется поинтересоваться у нашего стилиста Евгения Трефилова, готовы ли наши модели. Он нам показывает знак «Да». Знак вот так. Совпадает это с тем образом? Думаю, что да. Это верный волчий билет и исключение из института. Понимаете, что вам теперь грозит? Надо искать свободу. А он готов искать свободу. Виктория, ну и как вам впечатление? Мне понравилось. Вы готовы так экспериментировать и быть такой каждый день? Нет, я думаю, не готова. Настолько нет. Ин, просто на самом деле это страшные жертвы, это ужасные жертвы. Это ломаные волосы, это залитый лаком. А еще, ко всему прочему, женщины в то время подкладывали туда, вовнутрь, консервную банку. Затягивали ее волосами, и потом заливали все это лаком, потом с трудом все это вычесывали, расчесывали, ходили, по-моему, неделю с такой прической. Очень точная французская поговорка «pour être belle, il faut souffrir». Для того, чтобы быть красивым, надо страдать. Так что пострадайте ради красоты такой неземной. Женя хочет дополнить образ Виктории. Сейчас он делает что-то, мастерит своими руками с галстуком. А Виктория в этот момент сказала мне, что, говорит, мне жалко волосы, как я ее понимаю? Это сейчас вся страна любуется вашей прической. Это уже пошло в 60-е, то есть это был переход к 60-м. Евгений, браво, спасибо вам большое за ваше высокое искусство. Спасибо вам большое. Спасибо, Женя, спасибо, Виктория, спасибо, Павел. Вот за это время рок-н-ролл изменился? Со времен стиляг? Ну, конечно, с тех времен. Катастрофия полностью изменился, потому что у нас вообще была очень тяжелая с Валерой ситуация, когда был написан сценарий, были отобраны актеры, и вдруг выяснилось, что у нас нет музыки. Потому что музыка рок-н-ролл 50-х годов, он нам не интересен. Скованные одной цепью оказались интересны. Просто картина остановилась на полгода и была на грани закрытия, пока вдруг Женя Маргулис не принес такую мысль сделать рок-н-ролльные чистые аранжировки роковых песен русского рока «Начало перестройки». Что главное в русском роке «Начало перестройки»? Это бешеная энергия пробивания. Бешеная энергетика. И после этого стало понятно, что картину многие воспримут в штыки, но она будет драйвовая, там будет драйвовая музыка, и там будет энергия, которая была во времена стиляг. Юрий, а ведь многие песни запрещали, и в частности «Черный кот». Почему это происходило? «Черный кот» — это пережиток старых верований, это, господи, как это называется-то? Суеверие. Суеверие, да, суеверие, которых у советского человека быть не должно. На сцене режиссер и сценарист кинофильма «Москва, любовь моя», истинный поклонник творчества Чака Берри и Элвиса Пресли, Джем Шериф! She's doing to me. Tutti-frutti, oh Rudy. Tutti-frutti, whoa. Tutti-frutti, hey Rudy. Tutti-frutti, oh Rudy. Tutti-frutti,
Blum-bum-bum, gotta go. Limb Daisy, she almost drives me crazy. I gotta go, Limb Daisy, she almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. They don't know what she's doing to me. Tutti-frutti, oh Rudy. Tutti-frutti, whoa. Bam, boom!